think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Я вас категорически приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас особая причина встретиться лицом к лицу. Помните, в одном из своих видеогайдов по Скайриму с отражением урона я призывал ездовой офисный стул? Ну так вот, компания Thunder X3, крупный производитель компьютерной мебели, восприняла это как призыв к действию и заслала мне компьютерное игровое кресло модели TC3. Честно говоря, на такую вещь нужно делать полноценный обзор, но так как я топовый блогер-обзорщик игровой периферии, то я думаю, мы с вами управимся за минуту. Погнали! Скажу сразу, у меня уже была дешевая игровая табуретка от другого производителя, поэтому мне есть с чем сравнивать. Креслом Thunder X3 я пользуюсь уже месяц, и качество тут чувствуется во всем. Сидеть в нем максимально комфортно, края сидений не мешают развалиться в кресле как вашей душе угодно. Оно не скрипит и не трещит. Лично я до сих пор кайфую от сексуального звука изменения положения подлокотников. Регулируемая спинка позволяет откинуться на 180 градусов и конкретно зачилить, особенно если вы смотрите кинчик за рабочим столом. Ощутимый плюс – это дышащая поверхность AirTech, благодаря которой сможете чувствовать прохладу даже в жаркий день. Наполнитель спустя месяц тестирования нигде не деформировался, и кресло продолжает сохранять свою первозданную форму. Помимо крутого дизайна, меня в первую очередь порадовал газлифт 4 класса, который выдерживает максимальную нагрузку до 125 кг. Это супер важная часть любого кресла, особенно если вы любите плюхаться в него со всей дури и весите при этом больше сотки, как я. Если вы любите так делать со своим старым офисным креслом, то газлифт однажды может выстрелить вам в задницу. Поэтому подумайте о своей пятой точке и купите надежное игровое кресло. Кресло Thunder X3 TC3 проходят многочисленные стресс-тесты Флюгегехайменом на заводе производителя. Давайте спросим мнение эксперта из моего отдела контроля качества. Чё, как оно? Красноречивое одобрительное молчание. На сайте производителя можно выбрать игровое кресло на любой вкус и цвет, которое станет хорошим украшением вашего рабочего места. Ну а по промокоду ZAGMEISTER вы сможете приобрести игровое кресло со скидкой в 15%. Торопись и переходи по ссылке в описании. И главное, помните, все эти игры, все эти кресла, все это несомненно важно. Но главное, берегите себя и своих близких. Главная проблема практически любого нестандартного челленджа в Dark Souls 3 – это чемпион Гундир, босс, сражение с которым никак не избежать. Конечно, можно выдать себе нужные предметы через чит энжайн или вообще начать прохождение на NG+, но последний вариант – это своеобразный выстрел себе в ногу, потому как количество здоровья у боссов вырастает, а значит и время на их убийство тоже. Проводя исследование, я узнал, что Гундира можно было протолкнуть сквозь текстуры рядом с гробом. Потратив определенное время на тесты, я понял, что у босса в списке мувсета просто нет необходимого движения с отпрыгиванием в бок, либо для него нужен определенный триггер, к примеру, серия атак в спину. Поэтому мне придется прибегнуть к самому ужасающему козырю в этом противостоянии. Дормаму, я пришел договориться. Ты пришел мне. Yeah.
Как вы понимаете, заманивание ящерицы Гундиру Арштейновичу — это настоящий анал карнавал. В первую очередь нам нужно зайти на арену босса и вытащить из него меч, после чего перезайти в игру. Появившись на этом месте, достаточно просто сделать пару шагов вперед и уйти обратно, чтобы активировать босса. Теперь бежим за ящерицей. Довести ее до места — это настоящая проблема. Она либо грохнется с обрыва, либо грохнут вас, пока вы будете пытаться зачистить место перед боссом. Делайте что хотите, но у вас должно остаться две фляжки с эспусом. После первого перезахода не беспокойте босса, а сразу заманите ящерицу, заставив ее убить всех неписей, после чего снова перезаходим. Теперь можно более-менее спокойно пытаться вести сюда ящерицу уже для сражения с Гундиром. Проблема в том, что вам необходимо находиться между ящеркой и туманной стеной. Если она в нее врежется, а вас там не будет, то искусственный интеллект ящерки сломается, и Гундир очень быстро от нее избавится. Крайне рекомендую взять класс воина и кольцо жизни, так как дополнительные 13% здоровья могут стать решающими. Не пытайтесь убегать, получив урон, надейтесь на чудо и отпивайтесь эстусом. Дармаму, я пришел договориться! Дармаму! Дармаму! Я пришел договориться! Храм огня стоит пропылесосить на предмет полезных вещичек. 95% всех предметов в игре нам просто будут не нужны, зато мы можем получить за них души. В первую очередь в локации Высокая Стена Лотрика стоит поднять осколок Эстуса. Так или иначе, нам придется столкнуться с еще одной проблемой. Эта проблема — ворт из Холодной Долины, который блокирует проход дальше к храму Глубин, куда мы направляемся за шипастой броней. Антиприемничников нас в первую очередь интересует Йоэль. 5 халявных уровней — это 5 халявных уровней. В остальном стратегия не изменилась. Собираем все, что не прикручено, в полу и топаем на путь жертв. Путь жертв — это супер важная локация, ведь именно здесь можно сделать топовую обложку для Black Metal альбома. Ладно, нет, не поэтому. Дело в том, что здесь обитает Орбик из Винхейма, который может пригодиться нам для альтернативной стратегии прохождения. Так что отправьте его в Храм Огня. Мы практически добрались до места, где вторгается шипастый рыцарь, но сначала нам нужно скипнуть магического волшебника. Сделать это относительно просто. Нужно выйти за пределы локации. Секрет в том, чтобы бежать в левую стену и, развернувшись, прыгнуть в наивысшей точке, не сорвавшись с клочка текстур. Так что никаких проблем, главное понимать, как это делать. Ну а теперь остается только добежать до места.
На нижних уровнях храма к нам вторгнется Кирк, и тут перед нами встает вопрос, а как, собственно, одолжить у него броню? Спокуха, для этого ничего не нужно делать. То есть вы его убили? Нет, его гравитация убила. Нам остается только подняться к Розарии, и шипастая броня наконец у нас. Самое время вернуть кое-какие долги. Привыкайте смотреть на цифру в 13 единиц урона, она с вами надолго. Никакая стратегия тут не нужна, просто катитесь в босса. Он большой, хитбокс тоже, так что не промахнетесь. Со знатоком уже сложнее. Рекомендую предварительно избавляться от всех клонов и только потом начинать закатывание. В игре есть несколько предметов, которые могут облегчить нам жизнь. Что-то мы подберем, а что-то нужно отобрать. Через транспозиционную печь мы сможем сделать себе кольцо Хавала. Но для начала нужно достать печку из дерева. Теперь займемся демоном прибежища. Рекомендую наносить дамаг только в одну ногу. Рано или поздно она развалится, и демон станет полностью беспомощным. Вот стата на данный момент. Нам нужно прокачивать только три характеристики – жизненную силу ради ХП, стойкость ради перекатов и физическую мощь, чтобы делать перекаты без штрафа. Для этого нам нужна нагрузка меньше 30%, поэтому кольцо Хавала может подсобить. Вот так будет выглядеть финальный билд перед душой пепла. Ну а пока мы прокачиваем стелс, прячась от огненной демонюги. Тут нам нужно подобрать кольцо Кларанти, которое ускорит восстановление выносливости, а это критически важно, так как перекаты – это наше единственное оружие. Теперь мы готовы взяться за хранителей бездны. После хранителей наши дела начнут медленно, но верно ухудшаться.
количество здоровья боссов вырастет, а наш урон от шипов будет все меньше и меньше. Поэтому пора сделать отступление и рассказать, что урон от шипов все же можно увеличить. Для этого нужно закатать Орбика по заказу Юрии, и она подарит вам Марионовый меч, который увеличивает силу атаки на 20% при низких показателях здоровья. Помимо этого, можно сверху бахнуть кольцо с красным камнем, которое тоже даст прирост в 20%. Пиромантия внутренняя сила также влияет на урон, и что удивительно, если у вас будет два марионовых меча, то между собой они тоже работают. И все это, конечно, круто, но увеличивает урон совсем не намного, зато возрастают риски, так как отлетать мы будем от одного удара. Но если вы идеально знаете тайминги любого босса и способны от 30 минут до нескольких часов быть на полной концентрации, то это страта для вас. После хранителей нам как раз хватит денег на покупку ключа от башни. Там нас ждет один очень полезный предмет. Ни в одном прохождении ни разу не использовал это кольцо, но в этот раз настал его звездный час. Кольцо Эстуса, которое увеличивает отхил от одного глотка на 20%. Для нас это определенно плюс, так как экономия хилок во время затяжных боев может быть критически важной. Следующий нужный нам предмет — это кровавая прививка бессмертия, а точнее кольцо Картуса, которое лежит в катакомбах. При ношении увеличивает количество фреймов бессмертия, но также увеличивает входящий урон на 30%. Звучит ужасающе, но на финальных боссах без него не обойтись. И что касается боссов, пора закатать одного скелетона. Урон от шипастой брони увеличивается только теми способами, о которых я говорил ранее, поэтому можете не выбивать глаз понтифика из церковного чудовища. Что более важно, попасть в эритил мы не можем, так как еще не разобрались с диконами глубин. Скажу честно, к ним нужно конкретно подготовиться, поэтому лучше спуститься в тлеющее озеро и собрать там ништяки. Только вот шипами мост не опустить, урон не проходит, и даже скелеты не смогут вам помочь. А это значит, что мы останемся без дополнительных душ и полезных предметов по типу осколков Эстуса и горящей кости. Лол, вот это я напрягу тут развел. Да просто прыгните сверху на мост, и он развалится. Локация богата на ресурсы. Тут и кольцо с пестрым камнем, которое потенциально может пригодиться, и осколок Эстуса. Целых два осколка горящей кости, один в червяке, плюс еще один вот тут. Но главное, это, конечно же, легчайший босс, а значит, халявные души. Blessed saint, a holy's death is but a blessing. Let death come once and for all.
Теперь нам остается только сделать ход конем и пойти убивать танцовщицу. Знаешь, что сказал Иисус в 5 главе Евангелия от Иоанна? Он сказал: не создавай мне тут проблем, сучка. Да, нам нужно выжать максимум душ для прокачки перед иконами глубин. На танцовщице полностью раскрывается проблема всего челленджа. Из-за маленького урона время убийства значительно увеличивается, и нужно все время находиться в концентрации, даже если вы хорошо знаете мувсет босса. Потому что одно неверное движение и... Ну, она просто вынуждает меня это сделать. Крайне не советую соваться к ней без угля. Если во время файта вам снесли немного здоровья, лечите. Попадете в захват, и она гарантированно вас грохнет. На первой стадии вам нужно сохранить как минимум 10 фляжек Эстуса, чтобы на второй стадии можно было чаще ошибаться. Лучшая стратегия — присосаться к ее заднице и не отлипать. Там некоторые атаки иногда будут просто проходить мимо вас. В замке Лотрика есть горящий осколок кости и немного душ, которые можно использовать для дополнительной прокачки. Можете попробовать сунуться к доспехам драконоборца, но мы пока не готовы к противостоянию с ним. Думаю, теперь можно наконец объяснить, почему иконы глубин — это заноза в заднице. Вот заходите вы на арену, начинаете спокойно закатывать святош, появляется главный гад, и вы начинаете закатывать его. Только оказывается, что синие иконы могут его лечить. Начинаем закатывать сначала их, и тут оказывается, что на всю арену кастуется проклятие, которое неизбежно вас убьет. И избавиться от него никак нельзя. Но если нельзя избавиться, то может быть прервать? В группе диконов есть высокие челики. Зайдя на арену, вам нужно в первую очередь снизить их здоровье до минимума, но не убивать. Гасим только жирных и тощих. Когда появится главный босс, очень шустро убиваем диконов в синих одеждах. Обжирайтесь зеленой травой, как в последний раз, тут идет счет на минуты. Если начинается каст тьмы по арене, то нам нужно убить двух высоких диконов, и это дело ненадолго прервется. Это время, когда боссу нужно нанести максимальный дамаг. Заранее понижайте здоровье высоких диконов, иначе можете не успеть. Наконец у нас есть доступ к Эритилу. Подбирайте все, что найдете, и продавайте, лишние пару левелов нам не помешают. Можно заодно открыть все костры вплоть до забытой столицы, чтобы не бегать туда-сюда. По сравнению с танцовщицей, дымный понтифик — полная фигня. До момента, пока он не призовет стенд, вот тогда-то вам придется долбить на кнопку переката, как никогда в жизни. Но мы все-то прекрасно знаем, что стенды для лохов, а хамон для пацанов. В Анор Лондон нам нужно обкашлять некоторые делишки. Во-первых, добыть кольцо благосклонности. Не обязательно, но будет приятным дополнением.
Ну и во-вторых, можно пройти церемонию для темной концовки, если хотите. Welcome, our gracious lord. Welcome. Олдрик максимально пососный босс. Эта червячная сосуха все время прячется и пытается отстреливаться, что сильно затягивает бой. Тем не менее, пройти его легко, главное не попадайте под удары косой и старайтесь не сильно гореть в лужах на второй стадии. Перекатываться лучше всего в хвост, самое безопасное для нас место. Обязательно заберите кольцо солнца, оно нам понадобится уже сейчас. Так, кто там еще остался? Ах да, гигант Йорм. Практически 28 тысяч здоровья. Надеюсь, мы будем наносить хотя бы 13 единиц урона, как другим боссам. Театр подходит к концу. Гаснут огни фонарей. Сцена закрыта дворцу. Как закрылись ворота дверей. Не знаю, куда ему деться, скитаюсь по разным дорогам. Полтора часа реального времени. Именно столько уйдет на одну попытку. Провалитесь и начинаете все заново. Нам нужно атаковать не ноги, а только руки. По ним проходит увеличенный дамаг, что сократит количество перекатов до нескольких тысяч. Плюс иногда Йорм будет входить в станлок, и мы сможем прописать единиц 100 урона. Придется щипать себя за задницу, если вдруг поймете, что теряете концентрацию. Именно тут нам поможет кольцо солнца. Вместо того, чтобы тратить эскус, мы сможем восстанавливать здоровье с помощью этого кольца. На второй стадии он станет слегка агрессивнее, но окна для наших атак те же самые. Не бултыхайтесь у него под ногами, всегда стойте перед ним, и это будет триггерить одинаковые простые атаки. Думаю, пора закругляться. Церес инвалид на первой стадии, но достанет вас спамом обморожения по площади. На второй стадии больше всего опасайтесь рывков, они сносят дохрена и плохо читаются. Главное правило – не преследуйте его, если он убежал, пусть сам к вам ковыляет. Чемпион Арнштейн на первой стадии легчайше парируется и получает критический урон от шипов. Но вторая стадия — это просто горшочек не вари. Уровень его натиска просто запредельный, и вы не раз проклянете его офигевшие комбо. Это уже не Dark Souls, это Tekken какой-то.
Молитесь, чтобы он не начал атаку с тараном, а сделать он может это на любой дистанции. Вас спасут перепады высот. Заманите его на холмик или лестницу, часть ударов будет проходить мимо, даже если вы пропукали тайминг. Старайтесь закончить бой как можно быстрее. Это первый босс, на котором вам может пригодиться кровавое кольцо Кардуса. С Арнштейном разобрались, теперь время его толстого дружка. Босс здесь не доспехи Смауга, а грёбаные комары-переростки. Из-за долгого боя вы чаще будете умирать от их атак по площади, потому что иногда увернуться одновременно от молота и плевка практически невозможно. Стратегия дня – сражайтесь там, где есть перила. Шары тьмы будут врезаться в них, не нанося вам урона. Бой будет сложным, но после Арнштейна вас вряд ли что-то остановит. Принц Лотрик и Лориан — это просто беда. Кровавое кольцо Кардуса строго рекомендовано. Самая сложная часть — телепортация вам за спину, так как у Лориана есть куча вариантов атак после телепорта. Какие-то быстрые, какие-то медленные, поэтому без кольца Кардуса будет очень сложно. На первой стадии нельзя потратить больше 5 фляжек, так что придется конкретно заучить атаки босса. Вторая стадия — это ад. Нам нужно дамажить брата спиногрыза, а его хитбокс не такой уж большой. Придется крутиться как в центрифуге. Лотрик поднимет Лориана минимум 3 раз, так что готовьтесь к долгому бою. Ну а древняя виверна — самый простейший босс. Достаточно шмякнуться на нее сверху, и она сразу умрет. Ой, какая ж это все хуйня! Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Древняя виверна — это гигант Йорм номер 2. Стратегия проста, нужно занять лестницу и байтить атаку с огнем. Тут самая удобная позиция, так как вы не рискуете скатиться куда-нибудь в бездну. Если тварюка начала полыхать веером, достаточно 4 кувырков вниз по лестнице, и вы вне зоны атаки. Возвращайтесь, байтите, катитесь в шею. Рекомендую кольцо солнца, тут есть безопасная зона, если у вас закончился эстус и нужно регенерировать. Босс максимально простой, но вот это ковыряние займет час и 20 минут. На первой стадии боя с безымянным королем проблем не возникнет. Благодаря кольцу Кардуса уворачиваться будет очень просто. Единственный момент, где можно ошибиться, это с выбором дистанции вот при этой атаке. Рекомендую свистнуть кольцо с громовым камнем, оно может реально пригодиться.
На стадии суеверной вполне реально потерять только 2-3 эстаса, но когда безымянный король спустится надрать вам задницу, то нам останется только плакать в подушку. Дело в том, что он вообще не прощает ошибок, тем более по нам проходит увеличенный урон. Мне было настолько больно, что я даже купил кольцо щитолоида у старушки, чтобы нивелировать урон при ношении кольца Картуса. Вам придется полностью изучить все атаки босса. Лучшая позиция прямо перед ним, на дистанции 1-2 шагов. Так мы сможем батить одинаковые атаки, от которых более-менее легко уворачиваться. Никто и никогда не узнает, сколько попыток я потратил на душу пепла. Скажу лишь одно. Этот босс умеет лечиться. Если он начал лечиться, то можете рестартить бой, он просто высосет из вас все ресурсы. Завалить его можно только если нам повезет, и он ни разу не полечится, так что это вопрос исключительной удачи. Главное доведите его до второй фазы, она значительно легче и медленнее. Never seen a bluer sky. Yeah, I can feel it reaching out and moving closer. There's something about blue. Ask myself what it's all for. Know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. I'm ascending.